Участие в интернет-конкурсе может обернуться удачей. Так произошло и с молодой семьей из города Буйнакск. Гергиевы стали обладателями квартиры от одной из строительной компаний Махачкалы. О том, как обычная подписка в Инстаграм может кардинально изменить жизнь к лучшему, в сюжете Луизы Раджабовой. Купить квартиру хорошо, а выиграть ее еще лучше. Молодая семья из города Буйнакска и не мечтала, что станет владельцами столичных апартаментов возле моря. Ну так, на удачу решили посмотреть, что у нас получится. И вот хвала Всевышнему, Аллах нас наделил этой квартирой. О своем невероятном везении и переменах в жизни молодые люди узнали в день розыгрыша. После результатов конкурса Джамиля некоторое время еще не могла прийти в себя. Вскоре позвонила мужу и сообщила приятную новость. В 7:20 вечера я взяла телефон в руки и увидела, что там мне пришло сообщение в Инстаграм, что меня поздравляют, что я выиграла. Я сначала не поверила, я зашла на страничку, открыла прямой эфир, увидела там уже, они как бы как на стене, да, этот у них был экран, и что моя страничка там, и все, конечно, мне не верилось, у меня столько эмоций было, переполняло, я вообще несколько дней под эмоциями ходила. Как уточняет организатор Эльмира Потахова, семья выиграла однокомнатную квартиру в редукторном поселке. Это первый масштабный конкурс от строительной компании «Монолит-05». Итоги подвели совсем недавно, а ключи от апартаментов уже в руках счастливчиков. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие какой-либо в нашем конкурсе. Это наш первый опыт. Это пара с Буйнакска. Ее зовут Джамиля. Они приехали сегодня к нам в офис. И хочу пожелать нашим победителям, чтобы они в своей квартире чувствовали себя удобно, комфортно и счастливо. Информационными партнерами конкурса стали телекомпания ННТ и радиостанция «Ватан». Благодаря этому масштабные акции узнали многие. На самом деле очень приятно, что компания «Монолит-05» вообще решилась на подобного рода конкурс. И это их первый опыт, и далеко не последний. Мы очень рассчитываем на то, что в ближайшее время нас ждет еще много сюрпризов. Не только нас, но и всех жителей нашей республики. Первым сюрпризом и первым главным призом стала однокомнатная квартира в Махачкале, в которую выиграла замечательная семья из города Буйнакска. Теперь они станут жителями столицы Республики Дагестан. Мы им желаем скорейшего переезда к нам поближе. Также особенно приятно, что за пределы Инстаграма вышел проект. Это впервые, как я знаю, в Республике Дагестан подобный опыт проводится, когда не только в Инстаграме проводился конкурс, но и на телевидении, и на радиостанции. Ведь телеканал ННТ и радиостанция «Ватан» стали информационными партнерами данного проекта. И я думаю, что мы в дальнейшем также будем совместно делать много чего интересного. Сейчас в планах молодой семьи переехать в новую квартиру и больше отдыхать на море. Луиза Раджабова, Муса Салгиреев, новости ННТ, Махачкала.